Приветствую зрителей моего канала. Сегодня вместе с вами мы будем практиковать один интереснейший эксперимент. Значит, заключается вот в чем. Варить манку в спичном коробке. На первый взгляд звучит абсурдно, но нам обещают, что консистенция манки поменяется и станет не жидкой, да, а вот такой вот жесткой, вплоть до того, что можно будет ножичком нарезать кубиками на волосяную оснастку, использовать на крючок или вовсе как подсос. Использовать. Нашел я такую информацию в интернете, стало мне безумно любопытно, и решил я снять видео на такую тему. Если вам интересно, ребят, оставайтесь со мной, а мы начинаем. И сполна заполняем его маночкой. Вот таким образом. Третий коробок. Готово. Далее мы просто берем нитку и обматываем немного наш коробок, да, чтобы он не развалился раньше времени. Вот таким образом, самым обыкновенным, мы его заматываем. Значит, далее мы кидаем варить. То есть первый 20 минут, второй 40, а третий час. Так мы поймем оптимальное время приготовления нашей приманки. Наши коробки отправляются. Прошло 20 минут, и мы вытаскиваем первый коробочек. Ну что ж, ребят, давайте смотреть, что из этого вышло. Честно говоря, ребят, я думал, что коробок развалится. Но вполне так прочно стоит. Ого, что-то там жесткое внутри, ребят. Интересно, интересно, что же там внутри? Обалдеть. Вот это да. Вот это да. Ребят, обалдеть. Смотрите. Обалдеть. Вы только посмотрите. Вот это да. Ага, значит, он не доварился, ребят. Да, видите? Внутри он сухой. Потом прям рассыпается. Да. Определенно 20 минут это мало. Да, ребят, вот тут он рассыпается. 20 минут это мало. Значит, первый у нас пролетает. Коробок под номером 2 варился 40 минут. Давайте смотреть, что из этого вышло. То же самое мы наблюдаем, что и у первого коробка. Но интересно, что внутри. Опа. Также, ребят, он очень сухой внутри. Ну что ж, и последний коробок. Он варился у нас целый час. Давайте откроем его. В отличие от остальных, ребят, он немного вспух. Я вижу, что он реально утолщился вот здесь, более толстый стал. Не знаю, как это скажется. Ребят, я думаю, что вполне его можно использовать по принципу макушатника. Если смешать с макухом манку, также в коробок засыпать, я думаю, получится отличная вещь, а главное бюджетная.
и использовать как макушатник. Я думаю, это самое то, ребят, в принципе. Отличная тема в плане этого, но внутри он сухой, ребят, мне кажется. Давайте проверим. Ну, жесткий, ребят, внутри. Внутри он будет рассыпаться. Но в принципе, как макушатник его можно использовать. Внутри она не доваривалась, эта манка. Виной всему, наверное, коробочка, да. Поэтому я нашел такую более плоскую коробочку, да. Вот, чтобы все-таки наша манка доваривалась. Вот такая вот обычная коробочка от каких-то там таблеток, неважно. Я думаю, не стоит даже засыпать сполна, чтобы не создавать ту самую толщину, при которой не сварится манка, да. Стараемся тоже воссоздать все условия, пойти навстречу нашей манке. Мы тогда завяжем ее веревочкой. И отправляется наша последняя надежда. Кипящую воду. Итак, ребят, прошло уже 30 минут. Я думаю, стоит вынимать уже. Раз. Давайте, ребят, смотреть, что из этого выйдет. Эх, была не была. Смотрим. Ребят, все-таки у нас получилось вместе с вами вот такой вот сделать интересную приманку, прикормку из манки. Кто бы мог подумать, да, что можно вот такое сделать. Теперь вы можете его спокойно лепить шарики, насаживать на крючок, да. Возможно, даже бойлики круглые и оставлять, чтобы они подсыхали. Ну, интересно, ребят, весьма очень интересно. Обалдеть, да? Манка все-таки. Ну что ж, ребят, за удачный эксперимент ставим пальцы вверх, да? Подписываемся на мой канал, оставляйте комментарии. Всем удачи, ни хвосты, ни чешуи, до новых встреч, всем пока!